Всем привет, друзья! Сегодня хочу замариновать капусточку. Капуста получается хрустящая, вкусная, сочная. И не надо будет никакой квашеной капусты. Она подойдет как самостоятельное блюдо. Можно ее подать к мясу, к картошечке. Вот, если хотите, посмотрите, как я делаю. Значит, морковочка, я ее натру, понадобится нам. И капусточка. Мелко нашинковать можно ножом, можно на шинковке. Сейчас посмотрю, как я буду делать. Бывает, что она у меня разлетается и не очень удобно на шинковке. Капусточка со своего огорода, морковочка тоже. Так. Вот такую досочку мне внук разрисовал в школе. Вот, ну я буду на этой стороне делать. Сейчас я на крупной терочке нашинкую морковку. Кто-то добавляет чеснок, болгарский перец, но мы не добавляем этого. У нас капуста и морковь. Шинкуем морковь. Морковочку мы натерли. Капуста приготавливается очень быстро. Вот. Ну, пока сюда. Посуду делать лучше, если что, или эмалированную кастрюльку, или в баночках. В баночки потом раскладываю. Сейчас будем шинковать капусту. Весь вилочек я делать не буду, это много. Еще не режется. Вот такая капусточка хорошая. Я говорю, не очень удобно на шинковке. Я ее порежу. Она сочная. Быстренько ножом, тоненько, соломочкой нарезаем. Вот такой соломочкой. Нарежем капусточку сейчас. Вы знаете, шинковать вот эту капусточку свою — одно удовольствие. Прямо надо только нож острый. Прямо приятно. Вот так. Вот такая капусточка у нас. Шинкуем и будем делать маринад. Ну вот, можете перемешать. Вот такая капусточка, морковочка. Сейчас мы сделаем маринад. Ставим кастрюльку на огонь, наливаем литр воды. Литр воды, столовую ложку на литр воды соли, и 100 грамм сахара. Это где-то я положу, так,
ложки 4. Так, вот. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь растительного масла грамм миллилитров 50 и 100 миллилитров уксус 9%. И доведем все до кипения. Вот я масло наливаю. Я из бутылки на глаз. Не обязательно, что прямо граммы какие-то. И сейчас отмерю уксуса. И вот здесь у меня 100 миллилитров 9% уксуса. Все размешиваем и доводим до кипения. Я капусточку переложила в кастрюльку, перемешала. Сейчас маринад наш закипит. Вы знаете, вчера открыла компот, делала сливовый. Это что-то. Такая вкуснятина. И сами ягоды, и сам компот. Но объединение. Сам цвет какой. Очень вкусный. Компот из чернослива. Маринад можете попробовать. Кому что не хватает, добавляйте. Я так делаю и огурцы, и помидоры. Я потом все равно пробую. Вот. Может, соли кому-то. Кто желает, может перец горошком положить. Острый перец. Ну, мы делаем просто классическую капусточку. Потом уже, когда она приготовится, в тарелочку можно добавить лук, свежий чеснок, пожалуйста. Перец, кто любит. Что угодно. Я как-то делала с чесночком. Мне кажется, она у меня из-за этого такая стала, как скользкая, невкусная. И больше я не делаю ни с какими приправами. Все, маринад наш закипел. Минутку прокипел уже. Я выключаю. И идем заливать капусту. Все. Заливаем. Вот так. О. Размешиваем ложечкой. Вот. Стараемся, чтобы наша капусточка была вся в маринаде. Можно положить гнет, тарелочку. Но я не буду, она сейчас усядет. Все, смотрите, сколько рассолу. Все, она сейчас уже усела. Я ее оставляю до полного остывания при комнатной температуре. Вот и все. Может, тарелочку положить. Но опять, не буду. Все, самое то. Видите, сколько рассола. Прикрою крышечкой сейчас, а потом покажу вам. Через 2 часа ее можно уже кушать. Все. Хрустящая, вкусная маринованная капусточка готовится буквально 15 минут. Ну вот, друзья, мы уже кушаем капусточку. Дала одной дочке, другой дочке. Вкусная, вообще все в меру. Делайте, пробуйте. Не пожалеете. Хрустящая. Всего в меру. Вот для нас. Ну вот, буду прощаться. Кому понравилось мое видео, заходите, ставьте лайки. Пока-пока.